Шалом, шалом! И с вами я, ваш спикер платформы Вайкра Леви Харпатин с нашей ежедневной рубрикой «Мудрость Торы на каждый день». Женская сила. Тора перечисляет всех родственников Якова. Всего их было 17. Самой младшей была Йохевед, дочь Леви. Позже она стала матерью величайшего пророка Моше. После того, как Яков со своими всеми родственниками, их было 70, как сказано, и вошло 70 новых и чистых душ в землю Египта. После того, как они отправились в землю Египта, они начали заниматься очищением от скверны 70 народов. До рождения Йохевед их было 60. После 70, благодаря Йохевед, они смогли исполнить такую важнейшую заповедь, как очищение скверны. Только благодаря ней. Далее, про женскую силу. Женщина в еврейском мире – это особая душа. И мы, мужчины, наш долг – оберегать, защищать и зарабатывать деньги. Женщина следит за домом. То есть женщина, она как королева дома. Она должна следить, чтобы мы правильно и кошерно питались. Чтобы в доме была душевная теплота. И, конечно, заботиться о нас. Давайте будем любить и уважать и ценить своих женщин. Благодарю за прослушивание. Браха вацлаха. Всем хорошего вечера. До новых видео встреч.